Цветы – это не только украшение любого торжества, но и любого праздничного стола. Цветы маленькие и большие, одиночные и в букетах, в вазах высоких и низких, в стаканах и винных фужерах или рюмках, цветы в сочетании со свечами и хрусталем бокалов – все это неотъемлемые атрибуты красиво оформленного стола, будь то романтическая встреча или свадебное пиршество. Свое видение цветочного украшения столов представили конкурсанты Canada Blooms. В этом году темой дизайна столов стал джаз. Посетителям представлено немного, всего 4 стола. В соответствии с темой они накрыты в стиле ужина в дорогом ресторане. В каждом из представленных вариантов оформления столов присутствуют цветы. Цветочное оформление столов не означает, что на небольшом плоском пространстве должны расцвести сады или быть разбиты клумбы. Большие букеты в вазах на высоких ножках хороши для больших торжественных столов, например, свадебных, но будут не к месту для стола, накрытого на двоих. В вечернем варианте оформления столового дизайна цветы могут использоваться не только в вазах, но и для украшения столового прибора. Цветочное шоу – это праздник живых цветов, но ничто не мешает использовать в дизайне столов и искусственные цветы. Современная цветочная индустрия предлагает широкий ассортимент этой продукции.